Народ в ужасе бежит от мертвой Аллегровой. Рустам Солнцев часто выступает в клубах с концертами, но никогда не позволяет себе работать под фонограмму. Он удивлен тем, что народная артистка России Ирина Аллегрова живым звуком не может похвастаться. «Забиваю на Ютубе живое выступление Ирины Аллегровой», – рассказал Солнцев. «По списку Олимпийский, Кремль и везде полная фонограмма. Из живого барабаны лупят на угонщицы, и в середине некоторых треков Ирина Александровна, видимо, в угаре кричит в микрофон». «Нет, такие концерты не для меня. Это мертвое, выжженное поле», – плюнул Солнцев. «Почему любимая артистка так не любит нас с вами? Почему уже 30 лет позволяет себе так наглеть? Я знаю законы телевидения. Когда пишется шоу, к примеру, все поют под плюс, ибо так надо. Но петь весь сольник под тотальную фанеру? Помните, у многих гастролеров при вопросе, почему вы используете фонограмму? Лет 20 назад было в ходу безупречное алиби. Они рассказывали нам байки о том, что сцены хуторов, аулов и кишлаков, куда с мировыми турами они прут, не оборудованы. Шли годы, а полная фанера, как и гипюр с узорчиком на теле любимой мною Ирины, не меняется. Женщина в тревожных годах, голоса нет, ну ты попробуй в лосинах поскочи по сценам. Даже певицы типа Ольги Бузовой пытаются петь вживую. Спившиеся западно-германские звезды 80-х по-честному орут на сольниках, отрабатывая свои 15 тысяч евро. Больная раком мозга солистка Роксет Мари Фридриксон до последнего под руки выходила и пела вживую, сама полуживая. И больше всего обидно, что Ирина Аллегрова одна из немногих артисток, которая умеет правильно интонировать, подавать трек, особенно медлячок, так что все в душе переворачивается, рассказывает за 3 минуты историю драматично, нежно и трогательно, как никто, а живой звук не использует. Если бы она, набравшись смелости, побаловала нас тихим, пусть бессильным, но все же живым вокалом, я, как и многие, просто был бы счастлив в тот момент. А так как сейчас, мне не надо. Как сообщалось ранее, в последнее время у певицы то и дело случаются отмены концертов. Народ просто не покупает билеты, потому что от фонограммы и затертого до дыр камзола все порядком поустали. Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки. Пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!